27 октября в рабочем поселке Чонский прошло выездное заседание регионального совета Иркутской области. На повестке актуальны для каждого муниципалитета вопросы. Реализация социальных контрактов. В Усть-Илимске уже заключено 198 соцконтрактов. Министр соцразвития Владимир Родионов предложил добавить к категориям семьи участников СВО и сократить срок обращения для повторного заключения контракта, если это касается ведения личного подсобного хозяйства и открытия своего дела. Готовность муниципальных образований к отопительному периоду 2023-2024 годов. В нашем городе подготовка к зиме прошла без сбоев. Ресурсоснабжающая организация готова полностью. Отопление есть во всех многоквартирных домах и в соцобъектах. Реставрация мемориальных памятников к 80-летию Великой Победы. В областном министерстве культуры уже обозначили потребность в ремонте двух объектов. Это обелиск славы, посвященный 30-летию Великой Победы в Левобережье, территория памятного знака «Три звезды» со стороны парка и сами конструкции, на которых размещены плиты с именами участников Великой Отечественной войны. За выходные мошенники похитили у жителей Прибайкалья более 21 миллиона рублей. На уловки аферистов попались 30 жителей региона. Зачастую злоумышленники использовали классические схемы обмана граждан. Звонок от службы безопасности банка, заработок на несуществующих инвестициях, близкий родственник попал в ДТП. Представлялись сотрудниками силовых ведомств, продавали несуществующие товары на интернет-площадках, предлагали оценить товар за деньги. Жительнице Усть-Илимска поступил звонок с предложением об удаленном заработке. Звонивший потребовал установить ряд специальных приложений на мобильное устройство, среди которых были программы для видеозвонков, осуществление денежных переводов, а также получение удаленного доступа к смартфону жертвы. Действуя по инструкции аферистов, 47-летняя заявительница потеряла на несуществующей вакансии более 134 тысяч рублей. 9 научных детских площадок появятся в городах Иркутской области в ближайшие 3 года. Их создадут в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации. Главная задача – создать специальную развивающую инфраструктуру, которая позволит детям, играя на улице, знакомиться с различными направлениями науки – от физики и химии до экологии и астрономии. В Усть-Илимске проект еще в стадии разработки. Местные власти планируют разместить площадку в рамках благоустройства сквера в 10-м микрорайоне. 27 октября состоялось торжественное открытие придомовой детской площадки по улице Молодежная, 2, благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это единственная дворовая территория, которая попала в программу в 2023 году, но подготовка к реализации началась еще в 2010. Двор большой, сумма контракта такая же – порядка 26 миллионов рублей. Подрядная организация «Энергостройпроект» на эти средства не только обновила наружное освещение и дорожное полотно внутри двора, установила площадки для сбора крупногабаритных отходов, но и создала уютное, комфортное и безопасное пространство для всех категорий населения. С данной программой мы работаем уже 3 года. В том году делали дворы по старому городу, потом Мира 15 делали, Ленина 3, Братская 63, Белградская 13, Белградская, Димитрова 6, Димитрова 8. Да, люди выбирают нас сами, заключаем с ними соглашение, договора. И приступаем к работе. Мы все заранее спланировали, заказали, проплатили. Погода нам дала свое дело сделать. Так, ну, в том году, вы сами знаете, это было очень дождливое лето. А в этом году и лето хорошее, и осень хорошая. Мы справились в свои поставленные сроки. Один большой двор, большой проект, колоссальный. Как бы, много было привлечено людей. Много было работы проведено с жителями, их пожелания, которые они заказывали. Плюс согласно сметной документации тоже все отработали. Ну и в результате получился комфортный, современный, молодежный двор, где детки, их очень много здесь. Они радуются, бегают, веселятся. Спортивную площадку вот открыли, баскетбольную, футбольную, сетку волейбольную можно втянуть. Отличительной особенностью этой дворовой территории является детская площадка, которая занимает большую часть обновленного внутридомового пространства. Отметим, что еще одна площадка с меньшим количеством игровых элементов есть снаружи коробки. Ребятишки могут покачаться на качелях и каруселях, поиграть в песочнице, спортсмены погонять мяч на поле, мамы с колясками и пенсионеры отдохнуть на удобных скамейках. Я живу в Иркутске. И в Иркутске таких мест очень мало. Площадка классная, хорошая. Можно прийти с друзьями. Много всяких качелей, городок хороший. Хотелось бы побольше площадок в Усть-Илимске таких. Я очень благодарна подрядчикам, которые даже... Это я хочу сказать, что не только они строители, но и дизайнеры. Они много чего вложили в эту нашу спортивную площадку. Поэтому я хочу сказать, что я, в общем-то, довольна. Было, конечно, трепетно,
волнительно, много проблем. Проблема, сказать, с этим, с подрядчиком. Во время работы я даже не помню, говорю, что он сказал, нет, Анна Ивановна, мы этого не будем делать. Я хочу сказать, я первый раз так столкнулась, спасибо им огромное, что Митяеву Алексею, Ване, говорю, нашему мастеру, который с утра до вечера мы с ним, говорю, постоянно работали в связке. Поэтому все, которые нюансы были, капризные даже жильцы, которые приходили, вот так нужно, мы все переделывали. Но у нас получился результат хороший. Я очень довольна своим результатом. Несомненно, обновленный двор станет центром притяжения ребятишек со всей округи. Главное, чтобы большие и маленькие жители Усть-Илимска берегли и сохраняли имущество собственников, на чей баланс теперь перешел объект, не мусорили и не оставляли надписи на городке. Хотим донести до жителей, чтобы каждый провел дома беседу, чтобы сохранить эту площадку, чтобы она как можно дольше ей пользовались, играли, чтобы провели беседу дома со своими детьми, чтобы все было целое. В первую очередь это встает под контроль собственников жилья, а уже если какие-то недочеты выявляются, там, либо заводские браки, это мы как бы все устраняем в течение там, 3 лет. У нас есть обязательства, как поступают там заявки, мы это все исправляем. В следующем году в планах у администрации и подрядчиков обновить еще 2 дворовых территории – Димитрова 11 и Карла Маркса 67. Сметы составлены, экспертизы пройдены, документы направлены в Иркутск для утверждения бюджета. В рамках проекта «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства Росмолодежи 28-29 октября в спортивном молодежном центре притяжения впервые в нашем городе прошел региональный турнир по интеллектуальным играм среди школьных команд. Открытый кубок города Усть-Илимска. Количество участников 27 команд, почти 200 человек из северных территорий Приангарья. Почетным гостем мероприятия выступил Борис Белозеров, знаток телевизионного элитарного клуба «Что, где, когда», обладатель приза «Хрустальная сова». Я никогда не упускаю возможности съездить в какой-то интересное место, особенно если оно далеко от Москвы, где я базируюсь, и я этому очень рад, а пригласил меня, вот, собственно, Игорь Сергеевич для того, чтобы, ну, дать некий заряд ребятам, да, как-то их смотивировать, пообщаться с ними, и надеюсь, у меня это получится. До вчерашнего дня я про Усть-Илимск почти ничего не знал, а город очень интересный, и таежная романтика, и Ангара, и ГЭС, и ЛПК, и замечательный краеведческий музей, поэтому я рад, что у меня был лишний день посмотреть город и проникнуться его духом. Что ждет сегодня наших всех участников? Вы чем будете удивлять? Какие дадите советы нашей молодежи именно в плане интеллектуального развития? Ну, ваша молодежь в плане интеллектуального развития большие молодцы. Здесь у вас в Иркутской области в целом и в Усть-Илимске в частности очень хорошо поставлена эта история. Да, Игорь Сергеевич Щепетов огромный молодец, здесь все это развивает. И я буду, собственно, читать ребятам вопросы. Их ждет большое количество различных игровых дисциплин и командная своя игра, и что и когда, и брейн-ринг. Поэтому их сегодня ждет такой мощный интеллектуальный праздник. Ну а я со своей стороны хочу им пожелать просто получать от этого удовольствие, ведь это самое важное. Интеллектуальные игры – отличное средство организации досуга молодежи, воспитание уважения и интереса к знаниям, развитие сообразительности, смекалки и эрудиции, умение работать в коллективе. В программе у нас соревнования по 3 играм. Эрудит-квартет. Эрудит-квартет – это такая же игра, как по телевидению, своя игра. Только здесь ты выходишь за команду на определенную тему. Отвечаешь правильно, приносишь команде плюс. Отвечаешь неправильно, приносишь команде минус. И так каждый игрок должен ответственно подойти к каждой теме и сыграть за команду определенной темы. И так 3 раунда. По сумме баллов побеждает команда. Но там еще важно, конечно же, опередить соперника, вовремя нажав на кнопку. Кто опередил, тот первый отвечает. Это то же самое, как в брейн-ринге, только там вы сидите всей командой. 6 человек за столом, и против вас 1 команда за 2-м столом. Также слушаете вопрос, кто первый нажал на кнопку, ответил правильно, тот баллы забирает. Ну и традиционное, что, где, когда. Вопрос с логическими цепочками, можно прийти к ответу. Главное за минуту накидывать как можно больше вариантов, и ответ может прийти в команду. Для поиска правильных ответов участникам пригодились и школьные знания, и те, которые были получены самостоятельно в период длительной подготовки. Участники отвечали на вопросы формата 60 секунд. Всего минута на обсуждение вопроса. Чтобы дать правильный ответ, школьникам пришлось вспомнить историю, литературу, географические карты, мифы и легенды. В ответе 3 слова. В 19 веке на голландском флоте, их было 12 по числу ребер, а на французском 21, по легенде, в память о крупных победах Наполеона.
Время вышло. Мозговой штурм. Мероприятие оказалось по-настоящему азартным и динамичным. Прелесть в том, что ключ к пониманию всегда располагался на поверхности. От игроков требовалось в первую очередь внимание и логика, а уже потом эрудиция. Все команды успешно уложились в общий регламент. По итогам, победителями в игре «Что, где, когда» среди 10-11 классов стали умники сборной города «Адреналин». Среди 9 классов и младше – «Юниум», поселок Новая Егерма. В брейн-ринге команда Железногорская Лимского – «Такада». В эрудит-квартет – игроки поселка Седаново. Что такое сон? Друзья, на самом деле читать, развиваться, играть в интеллектуальные игры – это классно, бодро и весело. Делайте ваш мир больше и интереснее, будьте любопытны, и все у вас получится. За 9 месяцев 2023 года в Иркутской области на знаки отличия ГТО нормативы выполнили 12 040 жителей региона. Из них золотые знаки присвоены 8416 жителям, серебряные у 1988 человек, бронзовые у 1636 человек. За этот же период в регионе на знаки отличия ГТО нормативы выполнили 124 инвалида. Из них наибольшее количество, 65 человек, с интеллектуальными нарушениями. В регионе продолжается работа по установке малых спортивных площадок ГТО в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография». В начале ноября россияне будут отдыхать 3 дня подряд – 4, 5 и 6 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Рабочий день в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час. Следующие долгие выходные жители России ждут только в новогодние праздники. Каникулы начнутся 30 декабря и продлятся 10 дней – до 8 января 2024 года включительно.